Минфин готовит трехлетний бюджет России, основываясь на прогнозах о спаде цен на нефть. Об этом заявил министр Силуанов, отметив, что темпы роста мировой экономики снижаются. О будущей цене нефти в $20 за баррель заявил и экс-министр финансов Кудрин, предложив на встрече с премьером Медведевым план развития страны. Медведев завершает подготовку бюджета на 2017-2019 годы, а Кудрин по поручению президента Путина должен представить стратегический документ, посвященный развитию России уже к лету 2017 года. Вероятно, что новый политический этап Путина ознаменуется сменой кабинета министров, главой которого станет Кудрин, один из немногих профессионалов-экономистов в Кремле. В рамках наполнения бюджета власть вводит новые налоги даже на отдых. Кабинет Медведева намерен снимать с граждан курортный сбор, который за 5 лет принесет только Краснодарскому краю 6 миллиардов рублей. Однако, какими бы ни были налоговые инициативы, в условиях системного кризиса в Китае, нарастающего спада в экономике Евросоюза, падение спроса на углеводороды грозит России экономической катастрофой, активизирующей протестные настроения в крупных городах страны. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями.